Привет, друзья. Вот получили посылочку. Это заказывал я машинку на AliExpress. Очень такого продавца мутного. Сейчас вам продемонстрирую. Это... Брал машинку. Подарок племяннику. Ну, крестному. Крестному. Вот. История очень такая сложная с этим человеком, которого я покупал. Я у него заказывал перед Новым годом еще машинку ребенку. Но он меня продинамил, что-то у него там типа отослал, но она так и не вышла. Потом он мне прислал трек-номер, даже фотографию того, что вот такую, что типа послано, но ни хрена. Прошел весь срок, пришлось отжать деньги обратно по спору. Деньги, да, кое-как вернули. Потом я заказал другую машинку, но получилось так, что заказал у того же продавца. Не обратил внимания. И думал, все, опять начнется вот это вот. Тот человек мне обещал в связи с той машинкой послать вторую, то есть две машинки в качестве извинения, но это были только слова. То есть мы ссылочку дадим в описании, да, по этому продавцу, по этой машинке. Что вы имели в виду? Решать вам. Заказывал я 12 февраля, по-моему, сегодня 23 марта. До Санкт-Петербурга получается примерно, ну, 40 дней, да? В принципе, не так уж и долго. Ну, машинка помята, но это Почта России. Машинка трансформер для детей. Я покупал за 623 рубля. Ну, ценник такой у них, да, гуляющий. Где-то в районе 600 с чем-то рублей. Вот, если брать в подарок, то коробочка, конечно... Но это благодаря, наверное, все-таки... Почте. Почте, да. Сейчас посмотрим, как она все-таки вообще фурычит, работает. Стоит ли она своих денег. Да, коробочка, конечно, уже для подарка не годится никак. Так, ну вот тут у нас щит и меч. Все на... приклеено на скотче. Пластиковый какой-то щит, меч, что там непонятно. Нет, это не убираем, мы сейчас будем здесь вскрывать. А, вот тут меч еще супер меч, кладенец. Ну, покрашено, конечно, так на... Ну, не очень, да. Так, вот у нас машинка. Хотел я еще узнать. Да, тут вставляются батареечки. Значит, она, наверное, как-то срабатывает автоматически. Сейчас посмотрим, как это вообще складывается. Видимо, как-то так. Опа, защелкнулась. Инерционная, походу. Но что-то... Да, качество, походу, желает быть лучшим. Блин. Ну, что могу сказать? Уже, конечно, не очень приятно, что она плохо. Колеса кривые. Видите, да? Люфтят, то есть... Восьмерка на колесах. Ну, может, разработается, не знаю. Но вот с виду машинка вот такая. Похожа на металл. Качество, конечно, не очень. Есть какие-то такие косячки. Неровности. Все покрашено. То есть все краска, краска, краска. На вид Bugatti Veyron. Да, Bugatti. Так, у нас заявлено... Я не помню насчет размеров. Ну, давайте так чисто примерно. Ну, 12 сантиметров примерно. В длину у нас она, в ширину по колесам около 6 сантиметров. Так, как же она у нас открывается? О, тут какая-то кнопочка, видимо, вот эта. Ага. Ну, срабатывает, конечно, что-то все плохо.
Может быть, надо все-таки батарейки вставить? Давай. Может, я сейчас паузу сделаем, посмотрим. Может быть, надо батарейки. Для чего они, я не знаю. Сейчас проверим. Сейчас проверим, да. Сейчас мы паузу сделаем. Так, пауза у нас. Да. Нет. Вот это. Угу. Так, ну вот, мы разобрали, то есть сняли вот эту запчасть, крышечку, да, для батареек. И знаете, честно говоря, не очень понятно по поводу батареек. Во-первых, не написано нигде, ни в описании товара, ни на коробочке, нигде нету, какие сюда батарейки ставить. Вот там на рисунке есть показано, что три батареечки ставить. И вот почему-то полярность цифра, вот. У нас указано, что здесь минус и здесь минус. То есть вообще непонятно, как это ставится. Или две батарейки сюда, две сюда, потому что у меня вот есть такая батареечка LR44, она по диаметру сюда заходит. Но так как нарисовано там три, я думаю, что три здесь будет мало. Явно мало. Ну, даже не в этом дело. Я, конечно, задам вопрос продавцу, какие сюда батарейки. Еще один момент не очень понятен вообще, для чего они нужны. Да, и с контактами, смотрите, ребят, здесь, если будет видно, контакты только по краям. И с этой стороны тоже они идут по краям. То есть, получается, что наша батарейка, если это она, конечно, она будет соприкасаться только плюсовым полюсом у нас. Потому что минусовой... Не, он не будет подходить, то есть не будет контактировать. То есть получается у нас как-то, не знаю, два плюсика, что ли. И вообще, честно говоря, непонятно, для чего батарейки. Хотелось бы выяснить, может быть, как-то для открывания, может, какая-то мелодия будет, может, еще что-то. Ездить она вряд ли будет от батареек, по волшебному слову. Ну вот у нас есть здесь кнопка, она открывается у нас, трансформируется, да? Вот так вот, надо придерживать. Резко. Здесь у нас есть маленькие колесики, то есть мы можем, в принципе, вот так вот тоже это все дело сейчас делать. Она ездит лучше, чем... Да, она так ездит лучше, наверное, передние колеса не очень хорошо у нас. Так, ну вот у нас меч, мы можем его прикрепить тут сбоку. То есть как вам интересно, то есть или так, или, ну, боком, раком. Также есть щит у нас. Ну, можно менять местами, естественно. То есть, как-то так. Примерно так. И вот у нас такой... Но с мечом он не закроется. Не, естественно, не закроется. Нет, закрываем мы тоже все просто. Движением пальца. Но перед этим надо будет снять вот эту лабуду всю. Я думаю, дети у кого... Ну, могут поломать вот эти штырьки запросто. Закрывается она у нас тоже, в принципе, видите, на столе как-то вот так. То есть на столе не закрывается, придется приподнимать. Ну вот, в принципе, все. Честно говоря, мне, как взрослому уже человеку, сама идея интересная, но исполнение качества мне не нравится. Мне не нравится. И корявая какая-то покрасочка, какие-то неровности, шероховатости. Вот этот момент очень интересен на данный момент. Для чего, почему и как. Но детям, я думаю, понравится ужасно. Это все-таки детская игрушка, предназначена для детей. Так вот не падает. То есть для них это будет, конечно, интересно. Позиционируют ее от 3 до 6 лет. Ну, это уже, мне кажется, без разницы. Можно и в 12 играться. Все зависит от ребенка, какие у нее желания в играх, да. Ну вот смотрите сами. Я так считаю, что она своих денег не стоит. Все-таки, наверное, дороговато для машинки, для такой, которая, мне кажется, быстро выйдет из строя. Но мне так кажется, это мое ощущение. Все люфтит. У детей все быстро выходит. И тем более, да, детишки наши роняют постоянно это все. Ну, так чисто поиграть, в принципе, я думаю, будет здорово. Наверное, детям годиков 3 очень понравится нажимать на кнопку, что он так будет выскакивать.
Может быть, когда батарейка есть, он может это как-то делает плавнее, может какие-то звуки издает. Мы постараемся, конечно, поискать батареечки, поставить и узнать все-таки, что же будет. Ну вот, ребята, мамы, папы, думайте, вот такая вот игрушечка, стоит, в принципе, недешево, 600 с чем-то рублей. И этот продавец мне лично не понравился с этим своим отношением к продаже и отправлению посылок. Постоянно отвечает на вопросы, где посылка или что. Извините, то у него праздники, то не праздники, то почта перегружена, то еще что-то, то левый трек высылает и так далее. Но все-таки машинка пришла. И, ну, в принципе, что я ему скажу, конечно, спасибо, но есть некоторые нюансы непонятные по поводу вот этих батареечек, как, чего и почему нет этого описания. Ну, думать вам, решайте. Мы будем еще, то есть я буду также крестным покупать еще какие-то детские игрушки. Возможно, будем показывать их, вам рекомендовать, может быть, или... Или нет. Или нет, да. Ну, а это будете сами решать уже. Ладно, спасибо за просмотр. Проходите по ссылочкам. Смотрите, у нас еще есть некоторые вещи. Может быть, вас заинтересуют. А также у нас проходит еще розыгрыш призов. Ссылочку мы оставим в описании. Подписывайтесь, и, возможно, вам повезет. Все, ребят, спасибо за просмотр. Всем пока.